Красный цвет. Проблемы с кровью, переливание крови. Значит, то, что, о чем мы говорили, у каждого своя кровь. Черно-красный цвет. Религиозные программы. Не имеет значения, как называется религия. Мы с церковником забрали все свое, вернули все мое на место. Я к вам не имею никакого отношения. Понимаете, как Тальков пел, верить надо в разум, но жить с душой. А они в бородатых вот этих вот. Кстати, задумались, почему попы носят бороды? Не задумывались, да? А все очень просто. Если вы знали человека без бороды, без усов, и он постепенно отпустит бороду и усы, вы его будете все равно узнавать. А если вы видели все время бородатого с усами, и он побреется, для вас это будет абсолютно новый человек. То есть ребята всегда знают, что расплачиваться за насильственное крещение Руси в иудаизм придется. И поэтому им быстренько придется побриться, одеть черные очки и мотать отсюда. Всего-навсего. То есть ребята стратеги. Итак, черно-красный цвет – религиозные программы. Синий цвет – властные структуры. Зеленый цвет – силовые структуры. Всевозможные проблемы, соседи, знакомые, кто-то участвует, одноклассник и так дальше. Черно-синий цвет – это программы типа ДИР, то есть зомбирование там, где они сопровождаются церковь. И черно-зеленый цвет – это силовые структуры, грубо говоря, конкретная бригада от пришельцев, которая обеспечивает секретность действия вот инопланетян здесь, типа вот список Шелдона, да, когда убрали всех. Оранжевый – это космическое донорство. Конкретно – это сексуальные сны, это во снах воспитание детей, рождение детей и так дальше. Трехмесячные вот эти задержки искусственные – это программа донорства. Значит, забрали все свое, опять же. Что-то у нас еще идет дальше. Глаз можете видеть. Человеческий, птичий, звериный, любой. Глаз символизирует контролирующий эгрегор. То есть, грубо говоря, то, куда вы вляпались через эзотерику. Погадали, вызвали духов, покрестились, сходили там на собрание, правительственный эгрегор, там, предприятие и так дальше. То есть эгрегориальная зависимость. Значит, мысленно, опять же, моя воля и разум неприкосновенный. Вернули все мое, забрали все свое. Хорошо, когда вы будете выходить на голубой, фиолетовый, чернильный и сиреневый цвет. То есть это уже свободный выход, но у каждого свой спектр. Свободный выход в информационное поле. Желтый, ярко-желтый цвет – это аннигиляция всех программ. То есть это вообще замечательно. То есть все выгорает, при этом вам может жарко стать, в пот бросить даже. Просто замечательно это будет. Бывают еще другие комбинации там цветов, но основные вот эти вот. Вот здесь и прорабатываем. Процессы. Вы можете вспоминать сейчас что-нибудь из истории своей. Какие-то ошибки, глупости. Значит, попросили прощения, всех простили. Могут идти цвета, могут пойти потом образы. Обычно вторая часть коррекции. Вы будете видеть какие-нибудь катастрофы, которые нам готовят, аварийные ситуации. Значит, мыслеформа, никто не имеет права этим пользоваться, никто не имеет права просто так погибнуть. Всем, кому это выгодно, забрали все свое и марш из нашего пространства и времени. Ну и, соответственно, кто-то среагирует нормально и просмотрим ситуации, возможные по будущему. То есть многие события, они как реперные точки, они уже определены в будущем. И не всегда, к примеру, еще говорю, катастрофу можно избежать. Можно как-то смягчить, перераспределить, но для этого нужно коллективное переосознание вот всего происходящего. Как удобно. Можно с открытыми глазами, можно с закрытыми глазами, кому как понравится. Thank you.
Thank you.
Открываете постепенно глаза. Все нормально себя чувствуют? Кто что видел? Что? Ну, нормальный выход. Ну, белый цвет, чисто белый цвет. Это, знаете, как это? Простыня морговская. Искусственное поле событий. Чисто белая простыня. А голубой – это нормальный выход, уже в информационное поле идет. Ну, обычно даже видят как. Голубое небо, облака такие легенькие по небу, синее море, прибойчик там такой вот. Ну, я говорил, это нормальный выход в информационное поле. По событиям, кто что видел? Ну, год какой у нас? Ну, год лошади. Ну, нормально, значит, вы все проскочили, все эти сбросили себя, и, пожалуйста. Американцы отсняли фильм о долгожителях. Ему 110 лет, ей 113. Это реальный фильм, я его смотрел просто. Они сидят на веранде своего ранчо, у него полстакана виски, сигара, у него бокал белого вина и длиннючая сигарета. И вот они курят, попивают виски, сидят, курят. Корреспонденты спрашивают: скажите, а как вам до такого возраста удалось дожить? А мы, говорит, всю жизнь старались от жизни получать только удовольствие. И поэтому жили с наслаждением. Так вот и вам я тоже желаю. Смотрите, какие бы перемены ни были. Учитесь, жизнь коротенькая на самом деле, да? Учитесь жить с удовольствием, получайте от всего удовольствие. Радуйтесь жизни, пока есть возможность. Перемены, конечно, будут, перемены очень серьезные. Но, я думаю, не просто так. Вы пришли, вы послушали сегодня, поработали вместе мы. Что немногим, скажем, суждено приходить к нам на прием или вот на такие лекции. Поле событий фильтрует от лишних. А если сильное наводнение, наводнение потом? Не, ну представьте, если у нас после этого мороза и такого снега в том же Ростове, который выпал, а сегодня пошел дождь. Что там будет сейчас? В Европу весь год топит, и всю зиму их топит, затапливает. Понимаете, я вот пример такой привожу. Когда медведя достают кровососущие, он выбирает место в речке, где вот можно сесть нормально на, извините, пятую точку, да, и чтобы голова, нос мог быть над поверхностью, да еще камень в лапы возьмет. И сидит, так ждет, а эти бедненькие наверх, наверх, на нос ему он и нырнул, а они поплыли. Вот так и земля с нами поступит, понимаете, если мы мозги не включим. Мы ей не нужны, мы раковая опухоль. Сейчас мы раковая опухоль на теле земли. Если наша цивилизация не перестроится, нас снесет просто очередной великий потоп. Какая разница, как это будет выглядеть? Ну, или одну, да и использовали, другая пусть работает. Вот, кстати, пока морозы не ушли, опять же, наша псевдо-классическая наука. Вот микрофон работает, камера работает, свет горит.
Теории электричества нет. Я вам как физик заявляю, нет реальной теории. Есть некие приближения. Вот сейчас зима. Возьмите бутылку с газом, например, вот, и без газа. Поставьте на стабильный фундамент где-нибудь. Во дворе там у себя поставьте, чтобы машин не было, тряски. И термометр рядом. И вы посмотрите. Температура будет минус 10, минус 15, минус 18. Вода будет жидкая. Если вообще убрать источники сотрясения, то можно и до минус 45 ее остудить, и она будет жидкая. А потом возьмите аккуратно по бутылочке, щелкните, и вы увидите дендритный рост, мгновенная кристаллизация воды. Нету теории. А мы на 70% из воды состоим. То есть, понимаете, нас целенаправленно увели в сторону от понимания реальных вещей. Но мозги для того и есть, чтобы ими работать. Говорит, зачем тебе нужна голова? Я через нее ем. Так что вот так вот. Ну что? Надо кого есть подписывать и книги, а то у нас время очень мало. А, да. Все, желаю всем успехов. А эту давай в карман, а эту же дать. Ну подождите, я же не стоя буду, дайте спуститься хоть. Да вон я сюда сейчас опущусь и все.